Я, как любая девушка, конечно же, сначала использовала его по назначению, а потом уже прочитала инструкцию. Ну и в инструкции я узнала о том, что его можно использовать в воде. Ну, я, недолго думая, набрала ванну, легла и... Наверное, полминуты я подумала, стоит ли его опускать туда, потому что страшновато, вдруг меня ударит током, как в фильмах страшных. Вот, ну ничего страшного не случилось, и в воде произошел тот же контакт, что и на суше, можно сказать. То есть все так же, те же ощущения, прекрасные, великолепные, и я осталась очень довольна. Я рекомендую всем девушкам хотя бы один раз в жизни попробовать испытать это ощущение, потому что ни от одного клиторального стимулятора вы это не испытаете. Описать это невозможно, это нужно только прочувствовать.